цена спайка, коротко ответить на какие-то вложения. Производственная деятельность. В 2022 году завершающий трехлетки планового периода включал в себя работы, выполнение которых откладывался с года в год. Туря работ по замене инженерных систем в 2022 году превышала в разы объем выполненных в предыдущие годы. Проблемные вопросы изменения в начале года законодательства с методом нормирования, экономическая масса, неопределенность, спад активности порядок организации, включение дополнительно 120 восьми объектов цифрового портала и объекты, лишившиеся счетов в четвертом квартале. Нельзя было допустить снижение процента выполнения по сравнению с предыдущими годами. Проблему по заключению договоров удалось решить только в середине года. Изменив подходы и формирование работ ценообразования, проведя масштабную информационную работу среди подрядных организаций. Так, количество подрядных организаций, активно участвующих в капитальном ремонте 2022 года, выросло в сравнении с предыдущим годом 36%. 2021 год, 33 подрядные организации, 2022-98%. Были приняты меры выстраивания новых взаимоотношений с подрядными организациями, органами местного управления и управляющей компанией, применение практически ручного режима управления на всех проблемных объектах. Также была утверждена единая техническая политика, разработана по выполнению технических решений по видам работ. В результате 95% выполнения плана 581 бумаг стоимостью 5 миллиардов 673 миллиона 900 рублей. 98% от плана платили 2022, 2460 на квартирных домов. Красноярский край занял третье место из 85 регионов Российской Федерации. Российской Федерации по количеству выполненных работ. Раздел работы собственника. Выделена отдельная группа специалистов, осуществляющих прием граждан, создан колл-центр из 4 операторов. За год отработали 15 226 письменных и 23 625 телефонных обращений. Непосредственно фонд созданный колл-центр. За 22 года обратилось 23 056 граждан. По аккумулированным взносах информация. Размер остатка на 1 января 2022 года составлял 9 миллиардов 307 миллионов 630 тысяч рублей. На 1 января 2023 года составлял 8 миллиардов 916 миллионов 80 тысяч рублей. Сумма выполненных работ в 2022 году и оплачена в первом квартале 2023 года составила 1 миллиард 233 миллиона 840 тысяч рублей. Объем средств, направленных на финансовую устойчивость следующего трехлетнего этапа, составляет 7 миллиардов 682 миллиона 340 тысяч рублей. Кроме того, поступили с депозитных счетов, размещенных в аккредитованных банках, согласно проведенным конкурсным процедурам, 775 миллионов рублей, которые тоже направляются на целевые средства выполнения капитального ремонта. И планы на 2023 и 2025 год новых трехлеток. Это 2576 новых многоквартирных домов, 3743 вида работ. В сравнении с 2022 трехлеткой, 2,3 раза больше работ по замене инженерных систем и 4,5 раза больше работ по ремонту фасада. Задача на 2023 год – переход к типовому проектированию, уменьшение стоимости, изменение стоимости работ в сторону уменьшения применения индекса 2-3 квартала 2022 года, усиление штата фонда квалифицированными кадрами правительства Красноярского края, поддержано предложение по увеличению штатной численности регионального фонда, внедрение в структуру фонда подразделений по работе со специальными счетами и гарантийными ремонтами. Данная работа не производилась в плане, как бы не было отдельных подразделений. Сегодня формируются отдельные подразделения, которые регулируют работы. Кроме того, организация абонентской службы и повышение качества обслуживания населения. Переход на принципиально новый подход к начислению, сбору и учету средств фонда капитального ремонта. Так вот, наверное, по всему уже информационному пространству и радиотелевидению дают награды на собственник с первого января, вот мы пришли как раз на принципиально новую систему сбора начисления платежей для удобства
приема платежей сокращения периода заселения взносов были внесены корректировки платежных документов, сокращен лицевой счет, да, если знак добавлен как кода для оплаты, уточнен счет для зачисления взносов, значит, который сразу поступает на общий счет без транзитных платежей. Появилась возможность оплаты через ГИС ЖКХ, также теперь можно оплатить через сайты фонда и мобильное приложение. Только за 10 дней апреля более 31 тысячи помещений уже прошли регистрацию в личном кабинете фонда. По сравнению с прошлым годом интерес к личному кабинету появили порядка 1000 собственников. Завершая доклад, хочется сказать, что фонд нацелен на результат, задачи на ближайший конкретный период, на весне реализуемые будут.